Ничего, потренировались, подвигались, много побегали, так что к субботе, я думаю, будем готовы. Да, все игры тяжелые, и с Нафтаном, и с Батэ. Да, с Нафтаном у нас что-то не получалось вначале, но потом все-таки за счет темпа, за счет желания мы добавили, забили гол, и нам стало проще. Гродно всегда непростая команда. Они всегда пытаются играть в футбол, играют так довольно-таки агрессивно. Так что будет сложно для нас выезд. Ну, будем стараться выигрывать, брать 3 очка и идти дальше. С мотивацией у нас все в порядке. Не, ну страха нет, в футболе все бывает, так что можно, конечно, где-то оступиться, но будем стараться этого не делать. Наша игра – это вся команда нацелена на результат. Мы все обороняемся вместе, и все вместе атакуем, так что это только командное действие, только оборона. И мы лучше в конце сезона посчитаем, сколько мы пропустили, сколько мы забили. Пока хотелось бы меньше пропускать, но пока неплохо. Комфортно со всеми ребятами, со всеми хорошо знаком, и со многими играл, и в паре, и с Сергеем, и с Русланом, и с Шевой, то есть никаких проблем нет, как бы, пока играю не с Серым, то есть ребята всегда готовы выйти и помочь команде.